Dobro, nešto da posmotrat. Ima pa onda na kaču. Pa vrebi, jakarija, nisam. Binari, si. Profesor, ja ga nemam baš ime u februari. Pa ično, ima. Daj, iskali, te ga nisi februari. Pa imaš pojem samo. Pa znači, te imaš gledaj, te imaš gledaj, na kutiče. Te ruda, ina. Ulad, ulad, daleko, pa daži. Želi. Možda što bi te organizavali virtuali oči. Jeste, danas. Napravljamo. Вчера мы когда, я сопротивлялся, и сейчас сопротивляюсь, очень, ну все так, как это решение принято, я поставил вопрос, от чего вы сказали, что он покончит жизнь, как вот вам сказали, и там есть следы поля. Мы этого не видели. Это надо видеть. Нет, не договорились. Нет. Вы договорились. Правильно говорите. Это все совершится здесь, но трогать никто не будет. Трогать было договорено. Да? Надо. Нет. Но как вы хотите? Вы потрогайте, пожалуйста. Нет, я не потрону, не вы не тронете. Что вы должны? Мы должны видеть это. Слушайте. Вы видите, мы уже 10 раз вам повторяли, вы все повторяли. Вы еще со спрелизаешься, он нам напоминает. Вы хотите, посмотрите, вот увидите. Я могу посмотреть. Вы видите, вы видите. Зелимхан, дорогой, давай. 3 минуты не дорогой. Не надо, может быть, там и минута шурся. Садатар, мать. Акао, ракао. Сейчас я так скажу. Прямо, я организую здесь. Вот решили, ставим. Я сделал. Ограниченный, значит. Машину пошли, никто трогать не будет. Я отвечаю. Академика и профессора там будет спрашивать. Я вас почему вы не можете нас? Потому что мы исполнители. Мы исполнители. На что вы исполнители? Что пристите? Да. А как вы договорились правительство? Чеши правительство Грузии. Понимаете? Чего нас договорились? Мы только выполняем. Мы-то не проводим. Нам можно кажется, вы посмотрите. Мы с вами в аэропорт говорим, что будем проводить наружный осмотр труба. Мы провели его. Мы не проводим. Визуально осмотр. Визуально я не знаю. Обычно осмотр если визуально. Сейчас очищу. Сейчас очищу и потом. Слушайте, что вы слушаете? Я сказал, я свое слово всегда держу. А некоторые товарищи друзья не держат свое слово. Вот давайте тогда прочтем. Давайте прочтем. Прочтем. Там кто написано? Протокол первый. Давай я вам сейчас. Давай я вам сейчас прочту. Первый протокол. Вот первый протокол. Третья страница. Я знаю, что придется очень много. Нет, третья страница не будет. Ну что там, третья страница? Вторая страница. Сначала прочтем, что написано в первой странице. При этом стороны обязываются, как я. Да, да, нет, это нет. Семьи. Протокольно фиксирует осмотр места и факт наличия тела усопшего. Стороны международных наблюдателей и представители семьи протокольно фиксируют опознание тела усопшего, исключая любые иные действия, кроме визуального опознания. Еще. Все, дальше. При этом стороны обязуются каждый на своей территории и так далее. Больше всего. Нет. Настоящий протокол действительно при наличии подписей. Так. Подписи есть. Дальше вот, вот. Маргиане. Нет, вот подожди, так, дальше так. Идем. Дополнение к протоколу. В связи с тем, что семья Гамсахурди против проведения судебно-медицинской экспертизы. Ну, так. Вот видите, любой так, форме так, это. Любой так, форме. Так, стороны договорились так, провести опознание экспертиз. Тела усопшего следующим образом. Так. Нет, экспертиза не договорилась. Экспертизу я не провожу. Стороны договорились провести опознание тела усопшего следующим образом. Процессу опознания допускаются следующие представители сторон. Так. Чеченская сторона. Да, это. Дальше, вот, за результаты опознания отвечает да. На третьей странице. Для проведения полного опознания сделать необходимые видео и фотосъемки. Проведение которых поручается. В случае необходимости стороны принимают на место дополнительные решения для опознания тела. Только для опознания. Что опознание это делается? Мы уже сделали. Нет, нет. Мы уже опознали.
где у нас есть протокол? Есть уже. Пожалуйста, вон один экземпляр у господина Маргиана. Там какие фамилии? Что такое? Значит, основание на познание. Там какие фамилии? Нет, не там, мы там подписали. Там должны быть. Здесь. Здесь можно. Есть возможность об этом договориться с господином Маргианом. У него оператор снимал государственный какой-то... Это же пролежал человек. Да, мы можем вам подтвердить, что он действительно друг. Нет, нам для Ньюса, для того, чтобы подтвердить... Оттянули, зачем от содержания? Ну, тогда же со старым. Тогда же со старым. 15.40. 15.40. Пожалуйста. 15.40. Вы, значит, пришло время попрощаться нам с вами. Значит, позади два дня, нелегких два дня, когда каждый из вас, из представителей, высказывал свое мнение. Мне бы хотелось, чтобы вы сказали, каким впечатлением, которые сейчас были у нас на месте, свое мнение, свой взгляд на проведенную визуальную экспертизу и вообще ваше мнение по факту. Самое главное сейчас проведение судебно-медицинской экспертизы, мы ничего не можем сказать, потому что практически судебно-медицинская экспертиза не проводит. Мы произвели только осмотр тела усопшего и присутствующих всех убедились в одном, что тело действительно принадлежит господину Зедокову. Остальные прокуратура Республики Грузии требовала и сейчас требует, чтобы для установления истины обстоятельств кончины и, так сказать, установление и восстановление действительной картины, надо было произвести судебно-медицинскую экспертизу и потом принимать решение. Ну, раз на правительственном уровне договорились, я, так сказать, оказался без сил. Так что, так сказать, я хочу вам поблагодарить, которые проявили гуманность. И вы помогли нам в обнаружении тела усопшего Комсомолия и доставке членам семьи Комсомолия. Большое вам. Спасибо. Алина Владимировна.